В рабочие будни аграрии, в свободное время от лета. Сборная Тюменской области впервые стала победителем всероссийских летних сельских спортивных игр. Сибиряки показали лучший результат в настольном теннисе, игревом спорте и мини-лапте. Весомый вклад в общекомандное золото внесли волейболистки. Всего наша сборная набрала 4912 очков. Были дисциплины, связанные и с профессиональной деятельностью участников. Например, как косьба травы, да, то есть, ну, нет такого вида спорта, но вот в сельских играх такой вид соревновательной борьбы есть, вот, либо сборка-разборка доильных аппаратов, да, то есть это тоже такое именно вот специфическое, так сказать, направление деятельности, ну и, соответственно, там вождение трактора или пахота на этом тракторе, то есть это тоже узкопрофессиональное, тут если ты не владеешь или не работаешь с этими механизмами, то есть то никогда тебе не удастся показать хороший результат.